Уличный театр «Садко» – один из первых в сфере культуры и туризма Великого Новгорода, кто начал свою работу после пандемии. В конце минувшей недели здесь прошел первый в новом сезоне мюзикл «Садко». Перед показом обязательная профилактика. На входе каждому бесплатно выдают одноразовую медицинскую маску и обрабатывают руки антисептиком. Все зрители наслаждаются представлением, сохраняя при этом социальную дистанцию. А на сцене более 40 актеров, вокалистов и танцоров рассказывают зрителям о традиционном новгородском торге и приключениях молодого гусляра. Посмотрите-ка сюда, вот вам результат труда. Слушайте, какая будет трель! Шоу полностью создано новгородцами. Авторская музыка и тексты, уникальные костюмы, интерактивная сцена и декорации. Изюминкой представления стали танцы с элементами акробатики, огненное шоу и спецэффекты. По мнению зрителей, уличный театр под открытым небом уже успел стать визитной карточкой Великого Новгорода. Мы приехали из Нижнего Новгорода, вот, поэтому решили посмотреть. Первый раз, ну, наверное, поехали так далеко на север от нас. Мы приехали к вам сюда в гости, нам очень понравилось. Показы шоу «Садко» будут проходить каждую неделю по пятницам и субботам до конца сентября.